все-таки круг проблем, которые вы будете обсуждать между собой, поскольку вот мы уже, мы вот уже выходим в эфир вот сейчас. Поэтому... А, ну так это вот давайте, вот Артем сейчас скажет. Сказать? Конечно. Ну. Мы уже что, начали? Да, мы в эфире, вон. В эфире? Угу. Да. Ничего не изменилось по состоянию? Да. Ну, хочется что-то важное сказать, глубокое сразу. У нас довольно длинная программа, поэтому можно не торопиться. Да. Ну, вообще, вообще говоря, как человек, занимающийся Китаем, я хотел бы быть приверженцем традиционализма и вспомнить вашу вчерашнюю передачу, где неожиданно умный зритель сообщил о том, что, оказывается, есть Китай. И у Джеффри Сакса на какой-то там странице сказано, что вот настоящая альтернатива, вот настоящая проблема. И я могу к нему присоединиться. Мы не видим того, что вот у нас под боком делается. А Китай вообще невидимка какой-то, вот, в нашей, по крайней мере, средствах массовой информации. Да. Ну, может быть, это вот слишком большая масса. Знаете, вот когда слишком большая масса, то возникает черная дыра. Это сверхмасса, она не, поэтому невидима. Ну, вот, это фантастические вещи. Ну, вот так, для разогрева, для начала... Великий лозунг Шиллера «Любовь и голод правят миром». Поэтическая формула, которая вдруг стала философской и раздвоилась. Вот голодом занялся Маркс, а любовью занялся Фрейд. И вот 20 век прошел под знаком вот этой разделившейся дихотомизированной поэзы. Я вспоминаю, что... Один из столпов конфуцианства, китайский философ Мэнзи, эту же формулу высказал там, за 3 века до новой эры. И китайская культура прошла под этим лозунгом. А такой симпатичный мне великий китайский революционер и мыслитель, он же доктор, Сунь Яцен как-то заметил, что, ну, может быть, в некотором полемическом запале, но тем не менее, что... Ну, давайте сравнивать цивилизации. Это все происходило тогда, когда Китай казался просто прахом, лежащим под стопами западных гигантов. И он заявил, да, но ведь, например, в области кулинарии мы опережаем Запад 1000 на 4 лет. И во второй части формулы, касающейся любви или эроса, здесь очень важный термин, это не только любовь, но и образ жизни. Может быть, они тоже нас опережают настолько же. Просто потому, что они жили эти 4000 лет непрерывно. Существовали мыслители, интеллектуалы, которым этим занимались специально. Информация накапливалась, аккумулировалась, передавалась. А главное, что у нас оставлялось специальный предмет размышлений, исследований. Вот очень интересный вопрос. И если вывести на современность, то вдруг окажется, что, может быть, вот то, что мы наблюдаем сегодня, как страшный ужас и кошмар на нас надвигающийся, восстание голодных против зажравшихся, может быть, на него стоит ответить восстанием любящих. Может быть, вот эту информацию... Любящих все-таки вы имеете в эротическом смысле. Да, я думаю... Потому что иначе нас воспримут как новое поколение хиппи, all you need is love и так далее. Понятие любви, оно очень широкое, ведь вот мы тут философию коснулись, и ведь философия это тоже любовь, просто по... любовь к мудрости, буквально, это тоже некая форма любви. Вот. Но, во всяком случае, тут-то я хотел подчеркнуть именно профессиональный аспект этого дела. Вот профессиональный подход к этому предмету, который, ну, в общем, для большинства западных людей кажется чем-то стихийным, органическим, природным. Тем не менее, он может быть научно разработан, так, теоретизирован. Здесь есть определенные тайны, и эти тайны кое-кому известны. Вот это один тезис, который хотелось бы обсудить. Есть что-то
в ответ. Не, ну, для я жду развития еще. Развитие, ты, да? Чтобы мне уже отвечать, как на это как-то реагировать. Ну, тогда вторая мысль. Вторая мысль следующая. Величие Китая состоит не в том, что это уже вторая экономика мира по валу, не в том, что там сверхтемпы, которые там, может быть, на коротких дистанциях, а совсем в другом. А в том, что эта цивилизация единственная из древних цивилизаций, которая сумела преодолеть вот тысячелетний барьер существования. Вот есть в истории, да, некая теория тысячелетнего царства или тысячелетнего существования культур, цивилизаций, эмпирически подтверждаемая. Много погибших. А вот это продолжает существовать. Это один момент. Второй момент. Продолжая существовать, она предлагает современному миру действительную, абсолютную альтернативу существования. Вот этот спор, знаменитый спор, который сейчас вдруг стал актуален, популярен, дошел до средств массовой коммуникации, спор о конце истории Фукуямы, тезис из Гегеля подчеркнутый, или же наоборот об альтернативности цивилизации. То есть есть ли у человечества единый путь развития, и в этом смысле спорить не о чем, что произошло после крушения двух систем, то есть побежденный Восток в смысле мир социализма, победивший Запад в смысле мир капитализма, и дальше, так сказать, единый либерально-демократический путь развития. Или же наоборот, как это показал в 1993 году Хантингтон, есть разные цивилизации, они будут спорить. Так вот, с этой точки зрения альтернативных или разных цивилизаций, единственной абсолютной альтернативой Западу является Китай по-настоящему. Вот если бы... Хотя бы по количеству населения. Уж по количеству населения, это да. Но это вот, кстати, самое уж непреложное доказательство эротической компетентности. Но дело-то в том, что сами основы абсолютно иные, принципиально иные. Вот если бы мы захотели снять фильм о гуманоидах, инопланетянах или о человекоподобном существе, которое бы существовало, исповедуя совершенно иные принципы существования, принципиально иные, вот такого бы мы могли найти или в лице какого-нибудь папуаса, который просто отказывается от какой-либо цивилизации, что неинтересно, или в лице альтернативно развитой цивилизации. Ну, вот я сейчас одно так понял, опять-таки, возвращаясь к предпосылке к вашей, к этой поэзии замечательной, что китайцы отличаются от всех прочих тем, что они успешнее в сексе и решили проблему с рисом. Ну, грубо говоря, да, любовь и голод. Да, решили. Обе проблемы. Хорошо, но голода мы сейчас не будем касаться, потому что более-менее понятно, что эта проблема разрешается везде по-разному. Все-таки к теме, да, к нашей ближе. В чем же это великое отличие китайского эроса от любого другого восточного эроса? От западного понимания, да, этого, ну, всепоглощающего феномена. И в чем научность? То есть как китайцы это делают, грубо говоря? Так, первое. Эрос по-китайски это не технология секса. Но и технология секса. Но и технология секса, безусловно. Значит, во-первых, это некая философия, практическая философия или философия жизни, сверхзадача которой продление жизни, ради жизни на земле. Вот это вот, так сказать, такой настоящий гуманизм. Продление жизни. Жизни человека. Индивидуума или социума? Да, нет, индивидуума. Угу. Жизни человека, то есть максимально долго, в пределе до бессмертия. Угу. И, собственно говоря, на этом пути китайцы сделали массу замечательных открытий, как во всех прочих областях. И, между прочим, все эти философские камни западные, эликсиры бессмертия, как показывают исследования, это некие отголоски
отголоски уже в таком прямом историческом смысле тех философских идей и научных разработок, которыми занимались китайцы. Это первое. Второе, вот уже с точки зрения настоящей философии, здесь заложена идея вот, кардинально отличная от западного. Существует только этот мир, нет ничего вне его. Вообще говоря, нет души в западном смысле, есть только тела. Люди – это тела. Вот и это, вот самое важное, это, вообще говоря, взгляд обычного нормального человека. Вот и у папуаса такой взгляд на вещи, и у любого там, представителя незадурманенного философии или религии, любого нормального человека, любой цивилизации, взгляд такой. Вот что дано эмпирически, то и есть. Вот никаких душ, вот как один выдающийся философ, психолог да, начала века говорил, нет объективных признаков чужой одушевленности. Вот нет таких. Есть только тела эмпирические, все материально. И вот китайцы в это верят. В отличие от нас, представителей западной культуры, которые верят совершенно в другое. Вот в этом трагедия и уникальность западной или фаустовской души – это вера в то, что есть иной мир. А что этот мир, вот согласно знаменитому мифу Платона? Это и небытие, это тень только вот того настоящего, божественного мира. Человек – это копия, это образ и подобие. Взять ли христианскую теологию, взять ли науку-математику, взять ли философскую теологию, настоящую философию, оказывается, что есть некие идеальные сущности, то есть не тела есть. И, собственно, их искра, или искра Божья в человеке, или идеи, или душа нематериальная, вот это-то настоящее в человеке, ради этого-то стоит жить. А китайцы живет не для этого. И с этим связано, между прочим, отношение к смерти, самый важный вопрос. Вот европейская философия от Платона до Камю вся концентрировалась на проблеме смерти. Платон говорил, философия – это наука умирать. Камю говорил, что проблема самоубийства – это самая главная проблема философии. Основной вопрос философии – проблема самоубийства. Смерть – вот почему смерть? Потому что смерть – это есть выход вот в этот иной мир. А с точки зрения китайцев, которые там, во всяком случае, философски опирались на Конфуция, для них только жизнь, только вот эта реальная витальность, заключенная в органике человеческой. Конфуций говорил, что же говорить о смерти, если мы не знаем о жизни? Только о жизни, только тела. А раз тела, так значит, давайте-ка этими телами и заниматься. На все, что с ними связано, обращать внимание, давайте вникать во все детали. И вникали. Послушайте, вот ведь западный-то человек, вот опять же, начиная от Платона и Сократа, для него тело это была тюрьма. В греческом языке вот использовали такой филологический аргумент. Эти мыслители, наши создатели нашего менталитета. Сома – тело, это сема – могила. Сократ говорил в апологии Сократа. Ну, я хочу как-то начинать уже прерывать. Да. Здесь уже хочется? Да, хочется. Да. Но первое – это то, что, во-первых, нужно представить себе, мне кажется, Артем, что это земной шар круглый. И что допустить существование сейчас автономных цивилизаций или каких-то регионов культурных, которые бы не испытывали влияния западной рациональной, так сказать, идеологии, экономические, финансовые влияния, стереотипов и так далее, трудно представить. Я, конечно, специалист по Китаю, но я думаю, что западное влияние в Китае тоже очень сильное. И Макдональдс в Пекине есть. Наверняка. Какие-то вещи такого стандартного западного образа жизни есть в Китае. И, может быть, даже часть Китая, которая относится к диаспоре в Америке и так далее, формирует это новое западное китайское такое воображение.
Это первый. То есть я предполагаю, что первый тезис об автономии каких-то цивилизаций сегодня на едином пространстве земного шара, это просто, мне кажется, некоторая такая утопическая программа. Нет, я про автономию не говорю. Да, лидирующая функция рационалистической идеологии Запада, она сегодня совершенно очевидно является победившей идеологией. И это везде и повсюду видно. Вопрос идет только об одной цивилизации сегодня. А в каком смысле победившей? Ну, в том смысле, что это через все каналы коммуникации, все возможные финансовые потоки, все установленные стандарты жизни, некоторые типы представлений о том же сексуальной жизни или о том, что такое жизнь и так далее, постепенно инкорпорируются везде и всюду, даже в таких локальных, замкнутых, себя самосохранивших цивилизационных таких узлах, которыми является Япония. Это просто узлы цивилизационные, это просто то, что еще не разрешилось полностью в западный образ жизни. Для этого требуется в связи с большим, ну, например, большим количеством населения там, которое в Китае, естественно, процессы эти замедляются там, такой вот вестернизации Китая, я так предполагаю. То есть это вот первый тезис можно поставить, ну, как бы подвесить немного, чтобы его еще раз обсудить, допустим. И второй момент, это... Сейчас, одну секунду, подождите, пожалуйста, если можете. Второй момент, это связан с тем, что если здесь какая-то еще появляется двусмысленность, потому что, в общем-то, западная рациональная, так сказать, такая идеология, она тоже очень озабочена прагматизмом и, так сказать... Проблемы, конечно, не формулируются так, как Китай, я не могу это так прямо сравнивать, но во всяком случае проблемы не жизни, а какого-то, может быть, более широкого принципа выживания, который в западной культуре и в западной рационалистической мысли в целом сложился. И там существует несколько представлений о телесных образах, которые формировались. Они же формировались постепенно, ни один из них нельзя еще принять за какой-то конечный. Это достаточно... Простите, у нас есть вопрос, комментарий, не знаю, что там. Мы вас слушаем. Да, простите. К сожалению, совершенно не уверен, что Артем в последнее время был в Китае. Несколько комментариев. Первое. Дух китайцев совершенно другой. Китайцы абсолютно не понимают слово «любовь». Вы когда-нибудь видели, как ухаживает китайская пара одна за другой? Это не любовь. Это просто... Дисней, по сравнению, любой диснейский мультфильм, по сравнению с китайскими ухаживаниями, это просто верх разврата. Китайцы не понимают слова «любовь». У китайцев не знают любовь. У китайцев не злы. Они не добры. Вы можете переодеваться на китайской улице. Женщина, вы знаете, как переодевается в китайских поездах? Вы просто все вместе. И не чувствуют ничего. У них нет ощущения мужского и женского начала в том смысле, о котором вы говорите. Вы приписываете китайцам то, чего нет. Китай всегда был нацелен на выживание. Если вы помните, я поддерживаю тезис, вашего оппонента, к сожалению, Артем. Нацеленность на выживание убивает любовь. Китай всегда имеет людей больше, чем может... Валерий Подорога, я согласен с вами. Китай всегда имеет людей больше, чем может прокормить. Неуважение к человеческой жизни просто заложено в китайцах. И это неуважение... Как вы можете иметь любви, не имея уважения? Расскажите мне. Любовь – это два человека. Их всегда два. Окей, виноват. Любовь миллионов – это Маркс. Там еще кто-нибудь. Любовь имеет всегда двух. Окей, еще это может быть мужчина и женщина, это может быть человек и Бог. Все, достаточно. Как только вы имеете количество людей, превышающее то, что вы можете прокормить, как вы можете иметь любовь? Это Китай в принципе не может. Понятно, нет. Окей, вы просто три раза понятно. Уже по одному тысячу. Ну, все понятно. Нет, ну, послушайте, здесь проблема просто так называемой интроекции. Вот у вас есть какое-то свое собственное понятие любви, и вы его вкладываете в голову китайцев. Никто не говорил, что наше понятие совпадает с китайским. Безусловно. Безусловно, речь идет совершенно о другом. Между прочим, вот китайский термин современный,
IT, но он состоит из двух элементов, I и T, и TIN. Вот I – это на самом деле любовь в таком же смысле, в каком, скажем, рис любит жир, или цветы любят воду. А TIN – это просто некая чувственность или вообще некие свойства вещей. Но такую же ситуацию мы наблюдаем, собственно говоря, и в греческом, где одним термином обозначается любовь мужчины и женщины, другой – любовь к Богу. Я думаю, что здесь Богу. Есть один определенный резон. Можно назвать китайца отдельного не каким-то телом, да, которое льнет или движется навстречу с другим, и называть это, допустим, любовью. Да? А мне кажется, китаец – это вещь. Это вещь, которая составляет какой-то элемент космоса. Нет, и в этом смысле, правильно. Да, в этом я поддержу просто. Да, в этом смысле китаец, будучи вещью, не имеет ничего того, что мы называем западной человечностью, да? Которая вырабатывалась в течение вот кризисов западного сознания, там формировалась. Об этом еще нужно поговорить. Мне кажется, все-таки, простите, Валерий, что мы сейчас несколько, осознательно или нет, расширили круг вопросов, которые собирались обсуждать. Я напоминаю, что речь в первую очередь должна идти о китайском эросе, европейском тонатосе, если можно так говорить. Угу. В любом случае, да. Я... Что китаец как вещь или китайская цивилизация как вещь в себе, это она диалектична. Вот эта цитата практически, да, из вас. Китайский эрос парадоксальным образом сочетает в себе стремление к полной сохранности спермы с полигамией и культом деторождения. Вот в этой вилке, да. Давайте побродим сейчас, но после рекламы, потому что мы уже на нее ушли. Ну, мы сейчас-то можем говорить все равно, да? Конечно. Не, ну здесь, я здесь что бы вижу, какая опасность нашего разговора. Она возникает, что мы сейчас будем уходить в какие-то детали, ну, которые, в общем, опасны в какой-то мере, потому что... Нет, я так полагаю, что... Ну, детали имеются в виду, просто связанные с непосредственной конкретной техникой, которая займет часть разговора, но сама по себе является, ну, только, ну, каким-то популярным изложением чего-то. Я думаю, на этом не нужно заострять внимание особенно. Очень много проблем, которые уже сейчас возникло. Заострять не стоит внимания на этом, но не коснуться этого нельзя по одной простой причине, потому что это очень яркая иллюстрация, да, пропасти, контраста, о котором идет речь. Ну, нету эроса. Артем отстаивает это, но это проблематично. Он, что значит эрос? Он берет понятие эроса, которое формировалось... формировалось в рамках, так сказать, западной цивилизации. Переносит его, наделяя это китайцами. Вот, замечательно. Да. Вопрос сразу возникает. Понятно. Так сказать, как мы можем здесь... Другое дело, я вот предлагал, Артем, мы же с вами еще там говорили, да? Я предлагаю, может быть, здесь ввести более мягкий термин о техниках. Поговорить о техниках условно-эротического, да, или там, пускай даже эроса будет, о техниках эроса, потому что, вероятно, технология сексуальности и эротизма – это разные вещи. Вот если деление мы вводим через технологии эроса и сексуальности, в частности, это Фуко пытался делать, он говорил, что есть такая наука сексуальности, так сказать, вот, западная, да, которая подчинена сексу, как со самодостаточному такому явлению, связанному с получением наслаждения, там, допустим, да. И в то же время, с другой стороны, эрос эротическая, которая, так сказать, технологии, которая связана действительно с практическими задачами. Ну, то есть, тоже, что пищеварение, питание, да, там, что, я не знаю, все функции организма, в частности, и сексуальные функции тоже подчинена общей такой прагматической цели, задачи, да? Где технология эротическая сама по себе. Вот мы здесь начинаем попадать в сложную терминологическую путаницу. Потому что, с одной стороны, мы не можем отрицать в западном сознании, начиная с рыцарства, с античности, эстетического и эротического, тем более платоновский эрос, да? Эрос нашей даже русской философии, да? И так далее. То есть это такое широкое и мощное понятие, которое в западной культурной традиции существует, да? Ну, здесь важно вот что. У древних греков, вообще говоря, есть два понятия эроса. Или вот даже мы можем их терминологически различить. Есть русское слово «эрос», а есть вот древнегреческий бог «эрос». Так вот этот «эрос», он мог быть мальчиком Купидоном,
прекрасивой тете Афродите, а мог быть таким абсолютно таинственным, загадочным, орфическим существом, одним из созиждителей мира. И вот в этом смысле, таким вот называемым еще фонетом, вот в этом смысле я и употребляю слово «эрос» или «эрос» в приложении к Китаю. То есть это некая космическая сила. К вопросу о вещах. Да, в самой автохтонной китайской терминологии действительно человек – это вещь. Вот наша западная принципиальная позиция, где назвать человека вещью – это значит его обидеть, это принципиальная разница между человеком и вещью. А, как говорит Лариса, меня назвали вещью, значит, меня унизили. А вот в «Беспреданнице», я имею в виду. А вот просто в терминологии, в китайской, человек – это вещь. И даже в современном языке человек – это жень-у, то есть буквально человек, дефис – вещь. Или человеческая вещь. Так вот, коли так, в отличие от западного человека, который себя считает душой бессмертной, а не вещью. Вот душа бессмертная, когда она находится в эротических сексуальных отношениях, она или считает, как Розанов, что в половом акте я с Богом общаюсь, или это дьявольское искушение. С точки зрения... То есть здесь сперма ни при чем совершенно, и все прочие ферменты. А вот с точки зрения китайца, там ни Бога, ни дьявола нет в этом деле, а есть нормальная физиология, есть некий, но при этом не чисто органическое, потому что само это семя, оно представляет собой субстанцию духа. Вот это вот такое нечто единое. И тонкость, между прочим, состоит в том, что тело-то оно тело. На самом деле, вот такого тела, которое представляет себе западный человек, который считает его чужим, даже собственное тело. И с этого начиналась новая европейская философия с Декартом, который усомнился даже в собственном теле, но не в духе. А для китайца само слово «тело», оно же означает «я». Вот в этом весь фокус. «Я» есть тело. Вот «я» для западного человека, ну, да, это душа. Единственное различие заключается в том, что «я» китаец произнести не может. Может произнести. Дело только... в том, что здесь есть такая, даже в примитивных сообществах феномен тела никогда не выявлялся. Он не был существенен. Потому что тело это не. А мы не про примитивное сообщество, нет, Артём, про высокоразвитую культуру. У нас разговор вообще-то начинает складываться на вот такой. Понимаешь, мы попадаем с тобой в ситуацию такой небольшой путаницы. Потому что мы перетаскиваем различные категории понятия, которые сформировали в западном регионе, да? Перетаскиваем их на определение каких-то критериев по отношению к цивилизации китайской. Я понимаю, что тебе... А мы не можем вылезти из собственной шкуры. Нет, но здесь нет. Очень тонкая игра. Иначе и поэтому мы должны были продолжать говорить по-русски, а вы совершенно должны верно. Говорить по-китайски. Нет. Не так, мне кажется, не стоит обострять. Дело в том, что здесь просто возникает масса таких тонкостей, которые можно быстро отреагировать и упростить. Дело в том, что если сказать, что западная цивилизация лишена такого, так сказать, начала обеспечения жизни, там, получения жизни... Нет, ну не надо упрощать. Валерий, я прошу прощения. Значит, я хочу... мы не спорили с тем, с чем не надо спорить. Значит, вообще говоря, во всяких культурах развитых есть все. Вот это исходный тезис. Они как монады Лейбница, у которых есть все. Вот есть. Ну давайте заострим внимание, есть Артём. Доминанты. Я понял, я мысль тоже понял давно. Я просто имею в виду то, что есть динамичная, агрессивная, даже насильственная, западная, рационалистическая цивилизация, условно говоря, которая является не только доминирующей, а всепроникающей, всеучреждающей правила, законы, общие ценности и так далее. Безусловно. Да. И с другой стороны, есть пассивные, отчасти внутри себя стагнирующие в традиции. Вы часто используете термины и аргументы, связанные с какими-то традиционными представлениями китайцев о себе. И когда Левистрос сталкивается, так сказать, с информатором из примитивного общества, он думает: слушайте, а что он мне тут плетет, этот мудрец, понимаете? И в то же время он говорит: а как же мне без него
Я язык плохо знаю. Это другая абсолютно проблема. Да. Мы не про примитивное общество. Нет, я имею в виду, что Китай в каком-то смысле, в вашем освещении, понимаете, он как-то немножко является таким застывшим образованием, которое внутри себя... Оно не застывшее образование, а это старая культура. Она, ну что, что старая культура? Старая, значит, отработавшая очень много. Но часть его современной Хорошо. Динамики современного Хорошо. Китая принадлежит западной рационалистической Безусловно. Цивилизации. Валерий, вот да. чтобы не толочь банальности, я хотел сказать одну интересную мысль с моей точки зрения. Состоящая в следующем, в том, что на самом деле кажущаяся победа Запада, вот этот конец истории, есть на самом деле нечто прямо противоположное. Это превращение вот, западного человека, вот этого постиндустриального, в китайца внутреннего. Этот западный, на самом деле, проблема-то в чем? В том, что величайшие умы конца XIX века... О, про мусульман тоже. Нет, ну я просто так, слово пришло. А мусульманин, наоборот, оказался носителем западных ценностей. Вот современные борцы с американской цивилизацией, мусульмане, это как раз и есть последний оплот фаустовской души, это последний оплот западных ценностей, потому что они считают, что основное в человеческом существовании лежит вне этого мира, вне тела, поэтому он жертвует своей жизнью. А современный американец любит свое тело так же, как традиционный китаец. Вот в чем проблема-то. Вот в чем проблема. Вся современная культура с этим спортом, с раздеванием, с сексом, с татуированием собственного тела, с такой любовью, посвящением всей своей жизни работе над собственным телом, борьба за бессмертие, за клонирование, это все абсолютно китайский идеал и абсолютно не западный. Это абсолютно... Это что, Фома Акмельский? Я, с сожалением, должен признать, что я не могу с этим согласиться, потому что... Замечательно. Вся совокупность технологий европейских и западных, она все равно картезианская по своему существу. И это изменить невозможно. А картезианская... это когито, эргосум, когито. Когито, то есть мысль, которая абсолютно бестелесная. Вы это правильно сказали одну в начале мысль, мне кажется, она правильная, очень точная в отношении Декарта. И вообще возникновение, так сказать, самой феноменологии, феномена тела, он возникает достаточно поздно, кстати. Возникает вместе с рождением западноевропейской медицины, с составлением первых атласов, первым отчуждением. До этого было микро- и макрокосмическое представление о человеческом теле, которое полностью где-то ретушировано в другом виде, могла повторить и китайскую модель. В каком-то смысле. Это довозрожденческое такое время, в возрожденческое время еще остается эта модель, связанная с магией, развитием магии, алхимией, становлением вообще этого знания, вот такого мистического и так далее. И вот этап рационализма, когда становится, собственно, европейская цивилизация, это тоже, она же достаточно молодая, поэтому она агрессивная. Это все-таки, мне кажется, 17-18 век, активное становление вот того рационалистического сознания, которое мы имеем. И что мы имели в начале? Мы имели в начале действительно неразделенность какую-то, да, и религиозные основания христианской культуры контролировали процесс единства между душой и телом. То есть проблема души и тела как таковой не существовала. Она даже контролировалась самой церковью. Первые же вивисекции... Как? Это главная проблема. Нет, я хочу просто показать, что произошло реально. Почему этот взрыв рационалистической идеологии был столь силен. И почему включились механизмы вот такой активной совершенно, просто за три века, то, что вот последние три века, этот взрыв, я считаю... Вот индустриализм и там постиндустриализм, это просто совершенно феноменальный взрыв, который произошел на Западе. Мне кажется, до какого-то 17-18 века течение западного развития было достаточно медленного и совпадающее с обычным таким медленным развитием. Вот. А вот тут происходит взрыв. И я очень важный здесь момент, что мы можем в центр этой проблематики не какие-то экономические процессы еще поставить, да, там, или этнические, более широкие такие, да, а вот конкретные, очень точные, которые можно проследить. Вот я говорю такой первый тезис, что западное представление о человеке, вообще феномен сам человека, имеющего тело, обладающего телом, появляется тогда, когда появляется вообще-то, по сути дела, не только медицина, а появляются первые, так сказать, трупы, которые начинают... скрывать. То есть понятие аутопсии, которое является основополагающим для развития всего медицинского знания, фактически. Потом начинаются поиски анестезии и так далее. То есть везде идет речь о так называемом отчужденном мертвом теле.
а о том теле, которое отчуждается и которое может отдельно исследоваться. Вот на этом разрыве возникает Декарт, по сути дела. Декарт и все это сознание. Значит, дальше. Дальше ход следующий. Поскольку тело уже в отделенном виде как бы существует как определенный механизм, если вы заметите, даже психоанализ возникает на фоне вот этого отчужденного картезианского взгляда. Тело отделилось, оно больше не принадлежит. Да, западный человек стал духом, который освободился и реет и веет по всем широтам. Да? Дух – это такая машина энергии, которая приводит все, в движение все тела. Да? Вот что мы имеем в западной ситуации. Значит, тело уже стало каким-то продуктом самого духа, да, и она начала по-новому, так сказать, обустраиваться. Сегодня мы не найдем, вот вы включите любые, так сказать, представления о практике современной, западной практике, да, все технологии, которые последние, ну, допустим, даже взять совершенно обыденные и элементарные, типа джогинга, типа бодибилдинг, типа всяких йогических средств, типа различных самых садомазохистических средств, там, которые используются там. Все это обустраивается, это отчужденное тело. Западный человек всегда чувствует пришельцем действительно вот в этом теле, которое он как бы временно им обладает. Он всегда его обустраивает. Это вид дома, вид скорлупы, вид какого-то, я не знаю, так сказать, сооружения, которым им нужно бороться, его сохранять и так далее. Но это никогда не его тело. В этом проблема. Вот именно? Да, в этом проблема. Но именно. Разрешается эта проблема в западной рационалистической мысли через так называемое воображаемое. Воображаемое, которое продуцирует систему образов тела, которое начинает контролировать так называемое единство, телесно-психическое единство. Западный человек контролирует себя через систему подачи самых разнообразных образов. То есть, осознавая этот разрыв между тем, что его тело не его, да, и то, что он хочет иметь тело, он создает систему образов, которые являются образами, которые присваивают это тело. Поэтому человек, который бежит и делает джогинг, он делает не только потому, что это модно, там, это то, что здоровье, он еще каким-то образом через образ здорового бега, да, пытается присвоить свое нездоровое тело, в общем-то. Потому что не всем джогинг полезен, и по-разному он влияет. Ну, он даже закончился. Ну, хорошо, я вот это прерву. Я веду к мысли простую. Но вы сами сказали, Валерий, что вот он, человек, относится к собственному телу. То есть получается, что есть некий субъект, не тело, относящийся к объекту, конечно, собственному телу. Конечно, я с этим спорю. Я с этим не спорю. Повторяю, а с точки зрения китайца, субъект и тело – это один и тот же смысл одного и того же иероглифа. Понятно. Шень. Вот и да, все. Понятно. Вот в западном менталитете нет понятия тела как субъекта. Понятно. Мое возражение заключается не в том, а в корректности просто терминологии. Оно заключается в том, что по отношению к китайцу, который представляет из себя вещь, введенную в космическое равновесие, и эту вещь нельзя оттуда вынуть, потому что она находится в каком-то равновесии, вот, там не может быть никакого субъекта. Там не может быть никакого тела в принципе. Там вообще об этом не нужно говорить совсем. Нет, ну, там уже в меру учености каждого говорить или не нет, говорить. Я имею в виду не в том смысле, что я говорю кому-то так говорить, не говорить. Я имею в виду чисто риторически, что как мы можем это обсуждать и, например, говорить, что китаец уравнивает себя собственным телом. Да он ничего не знает об этом теле. Это совершенно коллективное, массовидное существо, которое может находиться только в вечных отношениях с другими. Ну, я говорю условно. Нет, не вопрос... Мне кажется, нет, прагматизм китайской мысли вот такой восточный, конфуцианский. Все не так. Значит, проблема совершенно другая. Она состоит в следующем. В том, что когда себя западный человек идентифицирует как душу, как идеальное образование, он может утверждать, что он абсолютно уникален. Вот такой души нет ни у кого. А когда китаец себя идентифицирует как тело, он волей-неволей должен признать, что он похож в чем-то. Он не абсолютно уникален. У всех есть две руки, у всех есть две ноги, все есть копии, есть похожие, есть близнецы и так далее. Вот в чем проблема массовидности китайской. В том, что в материальном аспекте всегда есть подобие, всегда есть заменимость. Нет проблемы уникальности. Проблема уникальности это западная выдумка, это
платоновское извращение. Это некая гипотеза, на которой построена западная культура. Но это умозрение, это аксиома, которая не выведена ни из каких эмпирических фактов. Вот в чем дело. Западная культура тем и уникальна. Западный мир, это что такое вот это вот построенное, вот, действительно начавшееся в 16-17 веке? Это, с чего начинается эта Европа? Это плавание в иной мир, открытие Америки, другого мира, иного мира на самом деле, это или там полеты в космос, это попытки вырваться в трансцендентный мир отсюда. Китайцы, которые изобрели компас, тем не менее не совершали никаких кругосветных путешествий и занимались только каботажным плаванием. Они могли этим заниматься, им не надо, они жили в своем замкнутом мире. Что касается тела, вы правы абсолютно. Действительно, на Западе есть анатомия, в Китае нет анатомии. Почему? Потому что анатомия – это работа с телом, который не есть личность. Вот. Сократ сказал, анатомия-то... что после смерти я уже тело, а не Сократ. Значит, пожалуйста, с этим телом делайте, что хотите. Или один из святых отцов, его римляне толкли в ступе, а он оттуда, толкомый в ступе, кричал: толките, толките, это вы толчете мое тело, но не меня. И, соответственно, значит, канонизировано там в сумме теологии у Фомы Аквинского, тело человеческое – это элемент природы. Вот вещь – это тело на Западе. Хорошо, мы более-менее разобрались. Разобрались, таки, да. В разнице. Ну, мне кажется, не совсем точно. А, но... а вот можно вопросик задать? Пожалуйста. Артему Игоревичу. Это звонок из Ростова, меня Алексей зовут. Очень приятно. Артем Игоревич, скажите, пожалуйста, а вот если бы китайские интеллектуалы сейчас сидели бы в студии, это возможно вообще, в принципе, такое, и обсуждали бы что-то поздно вечером? Вот в силу тех отличий специфических, там, структуры сознания, парадигматики какой-то, вот что бы они сейчас на вашем месте обсуждали? Что они вообще сегодня обсуждают? Не Конфуций там, это понятно. А вот сегодня, вот что люди в студиях, интеллектуалы, в аналитических журналах, какой у них разворот вообще вот, мыслительности, направления продумывания? Как они себе обсуждают судьбу Китая, судьбу китайцев? Вот, потому что как они нам снятся по телевизору, мы уже поняли. Вот, а вот как они сами себе снятся? Вообще, следуя из вышесказанного, китайский интеллектуал – это оксюморон. Потому что интеллект начинается с сознания себя, как интеллект. Ну, я просто... Вопрос хороший. Я хотел бы просто обратить внимание на то, что, конечно, и вот мой визави Валерий Подорога прав, конечно, и звонивший первым, что действительно в Китае полно западных влияний. Но ведь проблема состоит в том, что когда в Китае было еще больше западных влияний при... существовании Советского Союза, вдруг оказалось, что эти проблемы они стали формулировать как борьбу с Линьбяо и Конфуцием. К вопросу о Конфуции. То есть, да не могут они из собственной шкуры выпрыгнуть. Вот самые, что ни на есть, современные западные проблемы вдруг оказываются обсуждаемы в той терминологии, которой на самом деле говорили мудрецы 2000 лет тому назад. Я думаю, что мы все-таки вы удовлетворены хотя бы тем, что мы в рамках этой программы. В рамках этой программы, конечно, но мы подвигаемся. Договорились до чего-то, с чего можно начать разговор, собственно, о заявленной теме. Давайте. Да? О китайском эросе и противостоящем ему европейском тонатосе. Да? Бесспорно. А в чем, собственно, суть конфликта? Вы хотели говорить о техниках. Замечательно, потому что это, наверное, самое верное, что можно, чем можно определить эту разницу. Мы на рекламу ушли. Я когда начинаю долго говорить, это значит, что мы уходим на рекламу. Наверное, так удобнее просто. Ну да, здесь перевод можно сделать, наверное. Артем, суть заключается моих возражений только в том, что здесь нужно постараться просто отслеживать вот это... терминологические нюансы, которые мешают, они мистифицируют, понимаете? Когда ты приписываешь, в силу, просто ты не можешь другого языка использовать, да, я понимаю. Но, тем не менее, здесь есть проблемы. Нет, эта проблема есть, но нам все-таки, чтобы не утонуть, здесь надо какие-то тезисные вещи, чтобы народ понял. Но, с другой стороны, не надо, мне кажется, народе не нужно думать.
Ну, и он самим хорошо все-таки понимать. Беспокоиться. А вот самим понимать, да, это важно. Значит, я все-таки обращаю внимание на... Должна существовать некая презумпция премудрости, значит, неких предшествующих нам великанов. Все-таки великие люди вот на рубеже 19 и 20 века говорили о... о крахе западной цивилизации, о закате Запада. Ну не на пустом месте, но что-то в этом есть. И когда возникает крах, возможны два варианта. Или ничего нету, или все есть, но оно другое. Вот в прошлой передаче здесь профессор Янов-то беседовал. Вот была вот Русь-то осталась вроде, но до нашествия она была одна западная, а потом стала восточная. Вот такие штуки возможны в истории. Турок, пришедших в Болгарию, были они все светлые, голубоглазые, а потом стали черные, туркообразные. Меняются иногда. Вот вроде народ-то не пропал, Аки-Обри, а тем не менее все другое. Боюсь, что с Западом произошло то же самое. Несмотря на кажущееся явное такое видимое процветание, природа осталась другой. И обращаю внимание на этот фундаментальнейший тезис, который я еще не слышал ни от кого, о том, что на самом деле борьба с мусульманами – это борьба с самими собой. Это вот милые любятся, тешутся, друг друга убивают. Это понятная вещь, потому что исторически ясно, что Коран, теологическая составляющая, производная от Библии, философская составляющая, производная от древнегреческой философии. Значит, там ничего принципиально нового нет, просто некая коррекция есть со всякими, так сказать, национальными особенностями. И некоторая заторможенность. И вот сейчас этот идеал борьбы за сверхвитальные ценности, за сверхтелесные ценности, а сохраняется только в этой культуре, в мусульманской, я имею в виду. А западная цивилизация в лице своих лидеров, она приняла китайскую модель, в этом смысле абсолютно переродилась, и закат произошел этой западной культуры. Кого сейчас интересуют сверхжертвы для того, чтобы прорываться в иные миры? И там сейчас уже и космос мало кого интересует. Нет, мне кажется, это слишком уж. Можно я все-таки задам один простой вопрос? Да. В чем отличие китайского Эроса от западного Танатоса? Переходим к этому делу. Значит, Эрос и Танатос, во-первых, близнецы-братья. То есть на самом деле, прекрасно показали господа афродисты, это свойство человеческой натуры, будь хоть он черный, хоть желтый, хоть красный. Вопрос культурный в другом, на чем делается акцент? Так вот, западный акцент, он был сделан на Танатосе. Между прочим, это цивилизационно возникло исходно. Вот простой, яркий пример. Есть цивилизации, большинство естественных цивилизаций, они богами делают предков и блюдут тела. Вот египетская цивилизация, там колоссальные средства, общество на то, чтобы сохранить тело. И вдруг возникает арийское сообщество, которое начинает сжигать своих предков, умерших. Вот когда начинают сжигать тела, это означает, что верят, что... смерть, уничтожение – это есть выход в лучшее состояние. Вот это Танатос, который становится главным. А Эрос – это наоборот, максимальное сохранение тела. Тело и всех его секреций. А значит, давайте хранить сперму. Она так же, как любой другой элемент тела. Вообще все. Начиная от спермы и кончая детородным органом. Вот если ты по профессии евнух китайский, значит, во-первых, тебе его так отрежут, чтобы ты стал похожим на женщину, то есть функционально избыточно. Вообще говоря, чтобы лишить функции, можно сделать небольшую операцию. Но здесь уже усекают по полной программе. Это проблема уже транссексуализма. Тоже идеологическая на самом деле, потому что такова теория симметричности
женского и мужского. В отличие от западной, абсолютной асимметрии. Между прочим, интересный момент. Было в некоторых вариантах библейских текстов, неканонических, и что отражено в Коране, кстати, была попытка сделать третьим элементом Троицы христианской женщину, Деву Марию. Добрый вечер. Нет, кстати. Ну, не сделали. Да, вот и женщина. Да, женский голос. Мне кажется, вовремя. Добрый вечер. У меня вопрос к Валерию по дороге, если позволите. Валерий, мне хотелось бы вернуться к вашему понятию образа тела. Возможно, это немножко уточняющий момент, но тем не менее. Вы не допускаете, что есть не один образ тела, который мы себе присваиваем, а многие образы тела. И, кстати говоря, вот момент наслаждения, переживание наслаждения, это и есть плюрализация образов тела. Вот что вы думаете по этому поводу? Не, ну я согласен. Я как раз и стараюсь отстоять здесь такую точку зрения, что, значит, первый момент, который тезис я защищаю, что в так называемой рационалистической цивилизации сегодня, западноевропейской, что вообще, по сути дела, существует только одна она. Это раз. Второе, то, что все, что складывается в ней, является, эта цивилизация как бы типа насоса, который всасывает в себя какие-то элементы, и развитая уже на том фоне системы образов, которые существуют в западном мире, человек западный, это человек, который живет своим воображаемым и образами, да, то он создает очень много симулятивных практик. И вот система образов тела, она как раз делает человека таким отцентрированным, западным, и очень чувствительным к симулятивным практикам. Не тем подлинным практикам, допустим, переноса китайского какого-то опыта, а симуляции каких-то очень важных элементов, которые как бы не достают этой цивилизации. Но цивилизация их западная, да, использует все-таки это симулятивным образом. Понимаете, то, что нельзя, ну, бесконечная эти практика йоги, китайские школы, самые разнообразные в Америке там, и так далее. Так и наоборот, потому что вот нет никакого, скажем, китайского кино. Есть европейское кино очень, про китайцев. Так это очень интересный потому вопрос. Потому что не может быть китайского кино. Да, да, замечательно. Китайцы не придумали кино. Еще также последние современные китайские фильмы, которые считаются наиболее крутыми там, и так далее, там показывается и секс ожесточенный, и ожесточенное убийство, преступление там, и так далее. А это я вам же другое скажу. Вот эти мюзиклы и мыльные оперы – это абсолютно китайские произведения. По сути. Это вот синтетический жанр. Вот что такое китайский театр? Это синтетический жанр, вмещающий в себя с музыкой, с песнями, с танцами, плюс цирк. И плюс драматическое действие. Вот это вот китайское. И где еще сидят, люди курят и пьют чай и закусывают. То есть вы утверждаете, что оперетта пришла из Китая к нам? Да нет, китайский театр сыграл колоссальную роль в русском авангарде. И для становления, например, театра Эйзенштейна и Мирхольда, он играл колоссальную совершенно роль. Но это тоже была, это была симулятивная практика, которая другая культура нуждается в чем-то подобном. Например, в пластике, в структуре молчания, пауз, декоративных очень много вещей, которые были требовались для развития идеи авангарда и так далее, для его универсализации. Правильно, вы же Эйзенштейном действительно занимались, вы же помните про теорию кинокадра, как иероглифа. Да, там, понятно. Вы можете вспомнить там про каллиграммы. Я не об этом, да, я-то не об этом. Я-то предостерегаю о чем, что если мы будем учитывать вот характер заимствованный каких-то образов или системы образов из одной цивилизации в другую с помощью определенного типа технологий, да, которые существуют, то тогда мы немножко собьемся с пути, потому что все-таки нельзя рассматривать китайское общество сегодня, да, в качестве некоторого цивилизационной какой-то, ну, какой-то перспективы. Нет, понимаете? Нет, обязаны. Вот я не можем рассматривать. Дайте я скажу. Суть заключается в том, что вы основной тезис мой не до конца как бы хотите принять, потому что, может, я не до конца договариваю. Он заключается не в том, что цивилизация западная хорошая или она плохая, а что так сегодня происходит, несмотря на ее финальность и стремление к танатосу, что это так сегодня, что эта цивилизация не позволит развиться никаким другим цивилизациям.
она находится в бурном развитии, крайне агрессивном. Потому что то, что вы говорите, вот мы, допустим, берем о всех практиках тела, которые являются симулятивными практиками, подтверждающими для западного человека самоценность его приобретения тела, как машины, там, как дома и так далее. Но с другой стороны, есть очень важный признак самой цивилизованности. Это системы коммуникаций, которые существуют на Западе. Перекачки и движения всех коммуникационных связей, финансовых, там, миграция, движение капиталов и так далее. Ну, все понятно. Все это ускоряет жизнь. Ускоряет настолько, что сегодня часть техногенных катастроф просто связана с тем, что человек не справляется с управлением, даже с помощью развитых систем компьютера. То есть быстрота, которая в быстроте заключена не как в скорости, которую можно, так сказать, дозировать там. В быстроте заключена крайняя агрессивность. Крайне агрессивно. Я согласен. Значит, вот это основное. Я хочу цивилизационную структуру западную, которая связана не только с рационализацией. Как раз рационализация сегодня уходит из какого-то основного волевого. Вообще из западной цивилизации уходит воля, целеполагание и задавание смысла, которым она так гордилась. Ну а как же агрессия? Агрессия выступает, что создаются отчужденные механизмы копирования, убыстрения процессов для развития. Когда развитие начинает высасывать соки из какого-то утопического замысла, понимаете? То есть утопия буквально реализуется через агрессивную быстроту, которой сегодня мир подвержен. Да, пожалуйста. Мне бы хотелось задать вопрос Артему Кобзеву. Вот то, как вы рассуждаете о Китае, очень странно выглядит. Вы говорите об особости китайского способа мышления, китайского представления о человеке, но пользуетесь при этом абсолютно европейскими моделями, которые накладываете на Китай, и абсолютно субъект-объектной логикой. Не кажется ли вам, что если вы говорите о культуре, где субъекта не существует в качестве «я», то и логика должна быть в каком-то смысле бессубъектной? Есть ли у вас возможности говорить в рамках бессубъектной логики? Может быть, тогда вы будете ближе к китайской культуре и говорить в каком-то смысле немного на ее языке интеллектуально. И Валерию по дороге. Вот в предыдущем вопросе прозвучал такой момент, как наслаждение. И, может быть, и наслаждение, и множественность образов тела, как мне кажется, есть момент бессубъектности в европейской современной философии в том числе. И, может быть, здесь есть какой-то способ говорить и о Китае в том числе, и о других цивилизациях. Спасибо. Спасибо. Ну, мне кажется, что звонок опоздал минут на 10-15, потому что мы уже, в принципе, как бы даже отчаявшись, наверное, оставили этот круг. Все-таки я призываю вас еще раз, выполняя обязанности, возложенные на меня Богом и людьми, вернуться к основной теме этой программы, которая означена нами как противопоставление, да, китайского эроса европейскому танатосу. Вот мы уже говорили о многих аспектах. Разница, колоссальной пропасти в прошлом существования двух культур. Не цивилизация, наверное, все-таки, да, а культур. И пришли, наверное, к единому выводу о том, что сейчас провести четкую грань между восточным, в данном случае китайским, и европейским, да, практически невозможно. Из-за тех ли причин, о которых вы говорите, или мне мешают сейчас активно. Поэтому давайте все-таки, да, вот ближе к этому водоразделу. У нас есть граница заявленная. Мы не сможем сейчас в рамках этой программы осветить, ну вот маленьким фонариком этим эту пропасть осветить. Да, конечно. Да? Вот мостик, давайте проложим. Призываю вас к этому. Ну, давайте. Значит, вот фиксируем. Тут маленькое уточнение. Вот эта вся агрессивность современного Запада, чтобы мы сошлись, я, кстати, хочу присоединиться. Это агрессивность цивилизации, как некой материализованной системы. А у этой цивилизации может быть такое наполнение идейное, ментальное. Вот это, назовем ее культурой. Так вот, оставаясь западной, агрессивной, перенося вот эти вот все финансовые потоки и там артефакты и на восток, сама эта, внутри себя, эта культура может перевернуться и превратиться в восточную, китайскую,
типологически, не потому что они там китайские спектакли ставят и там или йогой занимаются китайской или не китайской, а потому что типологически вот они приняли эту модель. Это, значит, один момент. Второй момент состоит в следующем, в том, что вот действительно западная модель отношения к женщине, в принципе, моногамная и мускулицентричная. Мужчина, вот как я продолжаю мысль, это вот он подобие Господа Бога. Его создали напрямую, а вот женщина уже, так сказать, вторична. И она подчинена. Значит, китайская модель совершенно иная. Она такая симметричная. Инь и ян. Вот в инь-ян, в ян-инь. Вот они могут переходить друг в друга. Вот транссексуализм для Запада – это аномалия, а для Китая – это стандарт. Вот этот вот человек такой культуры, он с одной стороны, китайский представитель, он с одной стороны имеет все возможности. В китайской культуре нет понятия не только греха эротического, никакого полового извращения, все возможно абсолютно. Он в рамках полигамной системы. И тем не менее, он сосредоточен... Тем не менее, никто не хочет быть китайцем, да? Почему? Большинство людей суть китайцы. Как, значит, не хочет. Они не хотят и живут? Ну, не знаю, как-то привлекательность китайца как-то очень... Сомнительно, потому что референтные базы, это типа того, что если бы я, например, беря на себя такую смелость, вдруг начал выступать от имени древнегреческой цивилизации и хвалить ее, и показывать, какая она была полная. Это действительно было уникальное, по сути дела. Это уникальное. Да, уникальное, но... где очень много из китайского. Ну, Валерий, ну, понимаете, ну вот вы тут проводите мысль. А вы аргументируете. Такой стандарт. У вас референтная база, это какой-то чуть ли не древний Китай с какими-то мифами о драконах, понимаете. Понимаете, Артем, здесь получается такой парадокс. А тогда я должен говорить о Софронисии или там, так сказать, о культе удовольствия. Нет, ну древних греков-то нету, маленькая разница, заметьте. Вот древних греков уже нет. Ну я не знаю, есть ли китайцы, есть больше полутора тысяч лет. А китайцы, вот они у нас на границах, между прочим. У нас вот разряженная там Сибирь, матушка, которая, вот вчера вы обсуждали, Достоевского вы вспомнили о России. Вот у Достоевского, такие в романах еще у Достоевского, приехал из Сибири в Россию. То есть во времена Достоевского, братьев Карамазовых, цитата, там Сибирь не считалась Россией. Так вот, Китай-то живой. Дракон-то этот, он же в небесах парит. Вот о чем речь. Проблема в том, что да, еще на моей памяти, я не очень старый, нам казалось, что такое китайцы в этих, значит, в синих тужурках и ватниках. Это какие-то смешные люди. Извините, сейчас совершенно иная ситуация. И я хочу сказать, между прочим, споры 20-летней давности среди специалистов стояли в следующем. Вот эта традиционная идеология, о которой говорите, драконы и Конфуций, это что, тормоз, который не дает Китаю стать современной цивилизацией, или это наоборот, некий движитель? И разные были аргументы. Вот одни ссылались там на Японию, где не отказались от ценностей, или там на Тайвань, где, вообще говоря, конфуцианское четверокнижие в школе изучают. И это не мешает быть современной державой. Так вот, я утверждаю, что по одной простой причине, вот к вопросу о греках, мы и греки умерли, и мы все, вот европейцы, говорим на ученые, используя термины, мы говорим чужим языком, или греческим, или латинским. Наша вся научная философская терминология заимствованная, а у китайцев она вся своя, родная. И только по одному этому они имеют единую культурную преемственную связь со всей этой древностью. И они из нее вылезти не могут. Вот так же, как я, хотя мне там наши абоненты и желают мыслить по-китайски, я не могу мыслить по-китайски. Я могу мыслить только так, как я могу мыслить. И точно так же китайцы. И вот эти самые китайцы, уж если, так сказать, все-таки вернемся к нашим баранам, вот они в условиях вседозволенности эротической,
вдруг сами на себя принимают сексуальную аскезу, состоящую в том, что, ну, своеобразную, правда, аскезу, состоящую в том, что ни капли врагу. А враг это кто? А враг это женщина. Причем это терминологическое обозначение. Сексуальный партнер это враг, буквально, с которым мужчина вступает в битву. И в этой битве он должен выиграть. Этот партнер есть тело. Я тело и партнер тело. Но тело специфическое. Вот не то тело, которое анатомируют. Поэтому в Китае не возникла анатомия. Это одухотворенное тело, это некий энергетический сгусток. Вот следующая специфика. Это некий комок энергии. Поэтому так же, как вот здесь можно применить эту западную идею древних греков, лучшее лекарство для человека – это человек. Лечение органическое человеком. То есть идет борьба за энергию биологическую. Ее надо... Кто победит, тот ее и получит. Во-первых, значит, соответственно, две задачи. Не отдать свою, а ее регенерировать и умножить внутри себя, запустив внутренний механизм, это действует на всех практиках. То есть вот все вот эти, кто у нас известно, занимаются сигуном, ушу, там же ведь замыкают человеческое тело. После первого этапа образования его замыкают. Учитель учит замкнуть, то есть сделать так, чтобы вот эта энергия ци, пневма, она не выходила из тела, она являлась внутренним источником энергии. А она же есть и сексуальная энергия. И сексуальный акт – это есть некая форма возбуждения и умножения внутри себя энергии. А физиологически это выражается в том, чтобы вот эту выпущенную струю биоэнергетическую, ценнейшую, ее повернуть вспять, это опять же термин, повернуть вспять и отправить туда, где ей положено быть, в мозг, в специальные точки по, так сказать, движению, по пути специфическому в организме, она отправляется вперед и вверх, и в мозг, и таким образом и укрепляет организм, и одухотворяет его. А человек, вот тебя спрашивали, ну да, вот как-то там жестоко к людям относятся в Китае. Артем, я придумал. Да. Чтобы быть китайцем, нужно быть очень богатым. Ну, давайте, мы вернемся к этому тезису через некоторое время. Мне сразу захотелось задать вопрос, почему? Да, я думаю, что раз вы придумали тезис, вы расшифруете для таких. Ну, я думаю, людей, что... К девочкам наверху, к звуковикам. Я прошу вас потише, ладно? Потому что вы невыносимо мешаете. Мне кажется, мы слишком серьезны. Артем вообще впал в какую-то страшную серьезность. А ты китайцев не любишь? Я не знаю. Не люблю, я их страшно люблю, а после этой передачи я просто их буду обожать. А, есть же замечательная русская поговорка, которая иллюстрирует разницу между эросом и тонатосом. Чем отличается член от носа? Тем, что членом вот так не сделаешь. А китайцы научились, у них, видимо, отличия нет никакого. Именно, абсолютно верно. Ну, давайте я немножко скажу о тонатосе чуть-чуть. Конечно. В западном исполнении. Хотя не отрицаю эрос. Не к ночи будь сказано. Нет, просто эрос нельзя отдавать китайцам. Ну, ни капли эроса китайцам не отдавать. Да, потому что они и так уже переборщили. Угу. Они дозируют. Ну, миллиард людей, это же антиэротическая они ситуация. Они дозируют, им там... Как же они размножаются тогда? Пока по науке, так вот они и могут. Им партия скажет, один, не больше, они выполняют, потому что традиция есть. Все равно это интересно, так вот защищать цивилизацию какую-то отдельную,
как какая-то вот такая утопия мора, что ли, ну только это, так сказать, по-своему какой-то утопизм здесь. Так это не защита, это указание на опасность. Я не говорю, что это хорошо. Я говорю о том, что реальная альтернатива не в Багдаде для нас. Мы ее просто не видим. В силу того, что она принципиально отлична. Все-таки люди способны осознавать то, что имеет какие-то аналоги в их обиходе. Вот то, что вообще ни на что не похоже, невидимо. Вот проблема-то. Валерий, чтобы быть китайцем, надо быть богатым человеком. Почему? Ну, я имею в виду, чтобы европейцу быть китайцем, ну, да, нужно быть очень богатым человеком. Потому что все эти ресурсы вот этой практики китайской, они же очень дорого стоят. Как вообще вот симулятивно передать, вот, например, целую массу средств древнейшей медицины китайской и обслуживать свое тело так, как обслуживает, например, китаец, умудренный годами. Там, мучить так, медведей. Да. Но я хотел бы здесь еще дальше пойти, потому что, в принципе, то, что богатый европеец хочет быть китайцем, это немножко говорит о танатосе. Вот здесь есть такой небольшой переход. Дело в том, что мне кажется, что в рамках европейской цивилизации, поскольку смерть получила особый статус, да, но смерть как бы существует в двух видах. Собственно, любое самосознание человеческое так или иначе связано с тем, что это я, который сегодня существует и себя чувствует, да, что оно завтра умрет. Вот этот фантом смерти, он существует рядом с этим эго, с этим я. То есть танатос это то, из чего состоит я само европейское, а не просто то, что как бы есть страх перед каким-то концом и так далее. Само эго европейское формировало через сознание смертности. Потому что это тело уже было вынесено вовне некоторого духовного состояния. Естественно, что всякая вертикаль указывала на то, что просто тело смертное, и смертное, и в каком-то смысле сегодня уже смертная душа. Значит, следующий шаг, который я хотел бы сделать, почему татство. Танатос в европейской цивилизации есть просто мотор, колоссальная активность, потому что каждое последующее мгновение жизни может смениться другим каким-то состоянием, совершенно неизвестным. И вот эта смерть, она присутствует непосредственно просто, ну, я не знаю, мне кажется, находится в европейской цивилизации на правах бытования даже. Бытование. Конец света за каждым углом, как да. Поэт писал. Вот этого бытования. Вероятно, мне кажется, скорость и быстрота развития, да, агрессия развития была связана именно с тем, что в ходе вот сегодняшнего развития западноевропейской цивилизации, мне кажется, происходит обесценивание, с одной стороны, реальной конкретной смерти, да, но переоценка возможной смерти. Недооценка конкретной реальной смерти. Как недооценка? Ну вот, например, простой пример. Все те катастрофы, все те жертвы, которые постоянно приносит Запад, и колоссальное количество там, заболеваний, болезней, практически почти эпидемических, да, которые переживает западное общество, несмотря на свой комфорт, борьбу с болью, борьбу с эпидемией и так далее, понимаете? Обратным ходом это отражается на то, что возникает ситуация совершенно иного плана, когда возможная смерть, то есть то, что ты можешь умереть от чего-то, и есть реальная смерть, реальная мысль о смерти. А то, что ты умер, это не считается. А вот растолкуй... Не считается в том смысле, что, что уже все закончено, весь процесс закончен. То есть ты борешься с этой возможной смертью, как она произойдет, почему она произойдет. Да нет, я лучше сейчас пойду побегаю, да, надо тренироваться. Я лучше по-другому умру. Да, я лучше вот... Да, вообще, лучше, да, действительно, по-другому. Я лучше повешусь. Раз вот вы мне тут обещаете, да, такие ужасы, я лучше повешусь. А сам финал, да, сама катастрофа ничего не значит. Ничего не значит. То есть сам финал, само превращение в мертвое ничего не значит. Поэтому кладбище исчезает. Поэтому все церемониалы, ритуалы, которые напоминают о конкретной физической кончине. Они очень дорогие. Но они предельно схематически упрощены. Вот, если китайцу нужно быть дорогим для, богатым для Эроса, то американцу надо быть богатым для Танатоса. Да, для а Танатоса. Вот, Валерий, вот мне такой вопрос ответьте. И китаец симулирует для богатого американца эту возможную смерть. И груз возможной смерти.
Валерий, вот вопрос такой. А вот смотрите, о смерти. Вот символ современной американской цивилизации. Рядовой Райан. Вот ради одного человека, последнего там, сына в семье, отец, большой отец, дядя Сэм, он, значит, совершает великие подвиги. А вот символ западной культуры. Это позавчерашний символ. Хотя бы позавчерашний. Сейчас сформулирую вопрос. Позвольте. Почему? Нам говорят, что вот и воины сейчас будут построены на точечных ударах с минимумом жертв. А эта культура очень ценит человеческую жизнь. А я спрашиваю, а вот в основе всей западной цивилизации лежит следующая идея. Отец, наоборот, не спас вот своего рядового сына родного, единственного, а отправил его на крестную смерть. Вот основа западной цивилизации идейная. Отец отдал сына на смерть, а вот здесь отец делает все возможное, должен спасти. Я бы этот фильм интерпретировал так, как я выстроил эти свои два тезиса. О такой финальной, конечной смерти, потусторонней смерти и той возможной, которой мучится западное сознание, пытаясь избавиться это как от теней. Да? Вот рядовой Райан, у которого очень характерная ситуация. Да. Значит, возможная смерть рядового Райана всех беспокоит. А то, что его добыть пришлось погибнуть там, колоссальное количество людей, да, делает эту ситуацию буквально комичной, понимаете? Кроме того, дальнейшая жизнь рядового Райана не волнует никого. Да. Только дальнейшая смерть рядового Райана. Дальше его никто не спасать. То есть, оказывается, это возможная смерть рядового Райана, правильно, которая играет окончательную роль, да? А то, что все это будет окружено трупами, мертвыми, что с мертвым взять? Это? Они же не имели эту ситуацию возможной смерти, которую строил режиссер. Вы как-то уж очень серьезно, но Ухра это все-таки в кино. Нет, я как раз говорю о комике. Идея-то все-таки ради одного человека. Ради одного человека. Знаете, тут даже вот в этой идее определенная матрешка, потому что чтобы спасти рядового Райана. Да нет, это посыл самый очень неудачный, очень ненатуральный, очень патриотически пошлый. Ну что? Так это не важно, так и хорошо. Нет, так поэтому, хорошо, поэтому пошлый. И ставится пошлый вопрос. Пошлый значит типовой. Так это тоже нет, симулятивная идея. Пошлый это значит типовой, значит отражающий массовое сознание, массовую культуру. Об этом спорить, я просто думаю, что этот пример, который был с рядовым Райаном, прекрасен в этом отношении для подтверждения вот этой ситуации возможной смерти, то есть ожидаемой и борьбы с ней, то есть та смерть, которая живет внутри тебя. И та смерть, которая уже случилась, она не играет никакой. И все-таки, если я правильно понял, вы говорите о том, что у нас есть альтернатива мы ищем не на том Востоке, на каком ее нужно искать, да? У нас, я имею в виду, как у представителей все-таки западной цивилизации, чуть-чуть приземляя результат этой дискуссии. Вы говорите о том, что ни у кого никакой альтернативы нет, и западная цивилизация сегодня так вышла, она всепоглощающая, да, самовзрывная, что ли, и спасения нет. В каком смысле спасение? Я имею в виду спасение для того же Китая. В истории, в традиции, в наследовании собственной терминологии, в китайском эросе не спастись. Все равно они рано или поздно станут частью общей цивилизации, если уже не стали. Ну вот этот просто термин я не использовал и даже не думал о нем, о спасении, не спасении. Неважно. Хорошо, не о спасении, а о сохранении речь пойдет. Не знаю, не могу даже в эту сторону смотреть. Ну вы в каком смысле употребили слово «альтернатива»? Альтернатива только в том смысле, что вот такова эмпирическая данность. Вот есть реально два пути. Вот можно, как у немцев, было два пути. Можно изобретать бомбу, а можно изобретать ракеты. Вот есть то, а есть другое. Вот можно идти этим путем, а можно этим путем. Я понял. Я просто не могу отделаться от ощущения дежавю сейчас. Почему? Потому что вы волей-неволей вступаете в дискуссию не только с господином по дороге, но и со вчерашней передачей, когда речь стояла именно, об альтернативе для России. Возможно, совершенно верно. И вы выступаете в контексте этой программы. Выступаю, поэтому прозвучало слово начал, «альтернатива», да. И вы меня ввели в заблуждение немножко. Да. Добрый вечер. Я хотел бы спросить в отношении всех вас троих... Короткая цитата святителя
по Игнатия Брянчанинова о Китае, что вы увидите, что сердце ваше к этой стране так же мертво, как бы к стране вовсе не существующей. Или существующей только в баснях. Я вам скажу следующее. Значит, 19 век завершился смертью величайшего русского философа и провидца, и теолога, и религиозного мыслителя Владимира Соловьева. И вот в 900 году, совершенно неожиданно, парадоксальным образом, Владимир Соловьев вдруг мистически, а в общем человек был мистический, с высшим неким даром, стал утверждать в трех разговорах, что почему-то в будущем, в грядущем, Китай, правда, водительствуемый Японией, завоюет весь Запад. Я обращаю внимание на то, что это было сказано тогда, когда Китай был абсолютно растоптан, в полном унижении находился, был побежден сначала Японией, а потом всеми подряд западными державами. То есть эмпирически никаких предпосылок для подобных предсказаний не было. И тем не менее, вот некий мистический опыт вдруг этому великому человеку подсказал, что вот существует такая вот возможность. Это я правда не знаю, что из этого следует, честно говоря. Но у меня есть как-то какой-то сценарий спасения. Это, мне кажется, может быть связано с тем, что вот эти миграционные процессы, которые сегодня контролируются Западом, да, и ставятся различные барьеры там, и так далее. Квоты, да. Да, квоты там и так далее. Я думаю, что если вот часть так называемого бедного мира, да, или третьего мира, получит более расширенные широкие квоты, и обновление как бы западной цивилизации будет происходить через процессы внутреннего эндогенного замедления, когда будут инкорпорироваться и вводиться различные формы культурных таких вот образований и общностей, да, которые будут явным образом замедлять какие-то процессы, понимаете? Может быть, в эмиграции, в массовой миграции, да, в широкой миграции, может быть, что-то есть.